Здравствуйте, друзья! Мы с вами в Санта-Крус сегодня, и я снимаю наш домик таким образом, чтобы вы видели вот эти четыре амбразурки наверху. Это окна, на самом деле, из комнаты большой такой главной в доме, я сейчас покажу. И сегодня нам заменяют вот эти окна. Вот вы видите, там то ли его разбивают, то ли его там как-то... Какую-то работу с ним проводят. Вот все четыре окна сегодня будут заменены. Пошли в дом смотреть. Вот у нас тут положили на пол тряпочку, чтобы чисто было. Вот еще тряпочка. Что-нибудь скажете? Да. Вот у нас... Здравствуйте. Да. А по-армянски можете? Парамзес. Парамзеси могу. А кто там? Нас смотрит очень много народу со всего бывшего СССР. Там 100 тысяч человек из Армении люди смотрят. Ага, хорошо. Так что привет землякам можете передать. Хорошо. Так. Слушайте, а вот такой вопрос. А вы не должны с той стороны что-то поделать? Можно все сделать прямо отсюда? Ну, мы сейчас пока что разбираем. Ну да. Да, и будем гаражу не устанавливать, и снаружи, и снутри. Ага. Так что я уже был на улице. Понял. Да, страшное дело. А вы друг с другом по-армянски говорите, да, или? Нет, по-грузински. Я по-грузински, мы не грузины. Я думал... По-армянски могу говорить, даже очень хорошо. Я понял, да. Значит, я ошибся. Да. Так что, если... Откуда из Грузии? Откуда из Грузии? Из Ахалкалаки. Поэтому по-армянски говорю, по-турецки. Да, вы с ума сойти. Свет, расскажи, что за проект такой, что мы меняем, зачем? Вот чем, я не знаю. Зачем? Там старые алюминиевые окна стоят летом с одним стеклом, и летом очень жарко. Да, это солнце как раз бьет оттуда. Да, вот сейчас вот солнце как раз начинает садиться и бить в эти окна. Да, да, вот видите, на стеночку светит. Вот, а поскольку они высоко, к ним никто никогда не прикасался. Так, и они еще какой-то пленкой были заклеены. Они были заклеены пленкой, чтобы меньше было солнца или чтобы... Тепло не уходило, но пока там измеряли что-то, пленку убрали, и с этого окна прям жар летом. Да, да, вот именно с этого. Да. Угу. То есть они там как-то отодвигаются, эти окна, да? Смотри, так... Нет, это два окна, вот эти крайние, они якобы открываются. Наклоняются. Открываются. Открываются. Вы представляете себе, что кто-то может залезать на лестницу, их открывать и закрывать? Да, это надо фантазию хорошую. Поэтому мы делаем их не открывающимися. Вот не было таких вопросов. Вот, друзья, не знаю, видно вам или нет, но одно окошечко вот уже новенькое стоит. Слева просто воздух, так сказать, дырка. А справа... Ну, я думаю, что по грязи на окне вы легко увидите, что это ничего еще не произошло. Вот. Да. Много-много лет, может быть, десятилетий, никто не прикасался к этим окнам. Вот уже рамочка белая такая. Да. Там еще осталось заделать клеем. Или там как-то так декоративно. Не знаю, как еще будет сделано. Все то же самое снаружи. Надо сказать, что ветреный день сегодня. Я даже думаю, вам, может быть, ветер мешает меня слышать хорошо. Так, порывисто как-то, то есть, то нет. Да, вот так смотрится только что установленное. Эти окна производства известной, в принципе, такой большой компании Милгард, делают хорошие качественные окна. Внутри, между стеклами, там газ. Как-то он так задерживает лучи. Вот они сейчас их поставили, практически закупорили почти все. И надо сказать, что здорово затихло, прям как мы тут оказались в каком-то вакууме таком звуковом. Хотя
может быть, с другой стороны дома, там открытое окно, может быть, что-то слышно, но отсюда просто как-то вот закрылось. И в частности, вот утверждается, я пока опыта такого не имею, но утверждается, что вот как-то этот газ, он поглощает, может быть, инфракрасные лучи или как-то работает, не могу сказать, но вот как бы это будет намного лучше защищать от солнечных лучей, чем просто окна, которые были раньше с пленкой.